Нормы ГТО появились давно, и даже с давних пор в Российской Федерации начали сдавать ГТО. Ну, как бы это перспективно для будущего, для будущей профессии. И для многих это значит, ну, несколько больше, чем просто, что ты спортсмен. Мне кажется, что каждый гражданин нашей страны должен сдавать ГТО, потому что это как бы поднимает авторитет нашего государства, вот, чтобы наша молодежь была здорова и крепка. Стерчистка – это акция ГТО, она как бы, ну, как нацеливает молодежь как бы на здоровый образ жизни, пропаганда здорового образа жизни. Ну, это как бы все проходит как бы на благо нации нашей и как восстановление спортивной формы людей. Такими впечатлениями от выполнения норм Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» поделились выпускники Омского кадетского корпуса, в арсенале которых уже имеется золотой знак. Из спортивных курсантов здесь оказалось большинство. По предварительным результатам 147 выпускников из 173 выполнили нормативы ГТО по программе «Золотого значка». Дальше эстафета перешла к более младшим кадетам, которые 8 и 9 июня доказали, что, несмотря на свой еще юный возраст, также готовы к труду и обороне. Для этого курсантам предстояло выполнить 8 упражнений. Упражнения именно те, которые из нормативов норм ГТО. Это у нас подтягивание, бег на длинные короткие дистанции, плавание, метание гранаты, прыжки в длину с места, стрельба из пневматической винтовки, вот, и поднимание туловища из положения лежа. 80 кадетов охотно и с удовольствием проходили все указанные испытания и показывали достойные результаты. Многим из них удалось не просто на отлично выполнить нормы ГТО, но и установить местные рекорды. Одним из таких ребят стал 14-летний Виталий Паровян, который успел не просто выполнить, но и перевыполнить норматив по прессу. Я сделал 70 раз за минуту. Старайтесь, побеждайте. И как написано на стенах Омского кадетского корпуса, кадет, учись, дерзай и побеждай. Чтобы звезды зажигались в российских наших городах, нам в этом ГТО поможет. Пусть будет крепче воля в сердцах. Быстро бегать, ловко прыгать, отжиматься и стрелять. Только комплекс подготовки позволяет побеждать.